Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня хочу поделиться топ крипто буксами, где я непосредственно работаю и зарабатываю, и благополучно вывожу криптомонеты. Первый букс — это BFAUSET. У меня на балансе 930 монет. Сейчас мы их выведем. Так, вывод. Вику вывод. Выводить я буду на Faucet Pay в криптомонете Solana. А где моя Solana? Вот. Кликаю сюда. Появился кружочек. Пускаюсь ниже. У меня 930 монет уже по умолчанию. Сюда нужно прописывать email-адрес. У меня уже прописан, так как с него уже выводила. И это 5223 криптомонета. Кликаю вывод. Все, криптомонетки мои вывелись. Видим, да, галочка зеленая? Окей. Идем на Faucet Pay. Перезагружаю страничку. И BFAUSET 5208 криптомонет. Следующий букс — это Coinbase. Или как он там называется. Тоже это суперский букс. И у меня 11995 крипто вот этих коинов. Кликаю вывод. Также я буду выводить в криптомонете Solana. Здесь много платежек. Я писала по нему вывод. Выбираю Faucet Pay. Далее я выбираю криптомонетку, которую я хочу. Это Solana. У меня также прописан адрес, так как я уже делала вывод. У меня 12031 монетка. Это 67387 вот этих Solana монет. Кликаю вывод. Подтверждаю вывод. Все, мои монетки вывели. Стоит галочка. Бывает такое, что кран пустой. Нет, у сборщика денежных этих монеток. Ничего страшного, ребятки. Пополняется через там пару часов. Я захожу и обратно ставлю на вывод. Все выводится. Также я перезагружаю страничку. Coinbase. Вот он. 67381 Solana монета. Следующий букс — CoinPo. Тоже суперский букс. У меня здесь поменьше, 6123. Также я кликаю вывод. Также здесь я убираю Faucet Pay. Криптомонетку я буду выводить также Solana. Так, а 1000 коинов. Здесь email адрес. Это у меня 34294 монетки. Кликаю вывод. Подтверждаю. Монетка вывелась. Иду. Перезагружаю страничку. CoinPod 34223 криптомонетки. Так, не запутаться. Следующий бокс — Elite Faucet. Здесь вообще минималки нет. Если вывод на Faucet Pay, кликаю криптомонета Solana, так как у меня прописан адрес. И у меня, ну, как-то здесь 3 цента. Это 17479 крипто Solana. Вывод. Error.
я выведу чуть позже. Но тем не менее, кран платит вот этот букс. Я выложу скриншот с этого букса ВКонтакте и у себя в Телеграм-группе. Это ничего страшного. Далее кран BNB. BNB Coin. Здесь я уже также выводила. Здесь минимальный вывод от 500 токенов. У меня на балансе 551 монета. Выводится он в ручном режиме. И вывод приходит не сразу, ребятки. История. Сейчас я вам покажу историю вывода, так как я с него выводила, писала отзыв на Trustpilot. Все замечательно, как бы. Платит. Вот я выводила 5 дней назад. Как бы, ну вот, зелененьким. Также я выведу. И когда монетка поступит, я опубликую, опять же таки, ВКонтакте скрин с выводом и у себя в Телеграм-группе. Вывод на FaucetPay здесь. Кликаю «Вывод». Все. И он будет у меня, ребятки, в обработке. Сейчас историю нажму и покажу то, что он в обработке. Вот, видите, как монетка придет, я публикую, как я сказала, ВКонтакте и в этом самом Телеграм-группе у себя. Следующий B3 трипли, или как-то так называется. Здесь тоже мизер на вывод. Считаю, нет, кликаю. Вывод у меня 5 центов. Ну, бывает, рекламка такая выскакивает. Вывод. И я буду также в криптомонете Solana. Где моя Solana? Вот она на FaucetPay. И вот у меня 5 центов. Это 28 029 монет. Здесь я вот этот адрес, ребятки, стираю. Так как я сюда вот вставляю. Это где моя Solana? Вот она у меня. Видите, синенькая рамочка. Вот. И вывод на FaucetPay. Кликаю. Баланс обнулился. Все замечательно. Так, идем на FaucetPay. Я перезагружаю страничку. Страничка загрузится. Так, биткоин тропху или трипли, как я говорила, 28 029 Solana монет. Так. Подождите, запутался. Вот следующий бокс. Так, здесь же я выводила, да? Угу. Следующий. TRX Inter. Тоже замечательный букс. У меня вот здесь столько коинов. Здесь я в основном сижу на кране, так как ну, рекламных ссылок не очень-то и много. Вывод кликаю. Tron FaucetPay. Так. Проскальзывает рекламка. Кошелек у меня прописан, так как я неоднократно выводила. Кликаю «Вывод». Все замечательно. Галочка стоит. Платит. Так. Кликаю сюда. Я перезагружаю страничку. И 3X Inter мне вот такое количество монет дала. 4 миллиона 309 500 TRX монеток. Так. Следующий. Сейчас грузится. Сатоши Трон. Тоже неплохой кран. Работаю, зарабатываю, как бы.
Я на каждом кране ежедневно, ну не на кране, на каждом буксе ежедневно просматриваю рекламку, как бы, где рекламу, где сижу на кранах. Так, ну что, сумма у меня прописана здесь по умолчанию. И кликаю вывод. Все, галочка стоит. Идем опять на Faucet Pay, перезагружаю страничку. Сатоши Трон. Вот 7 миллионов 818. Так, 7 миллионов 818 тысяч сатох. Видим, да, что это все 6 числа. Так, следующий кран. Микс Фаусет. Здесь также кликаю вывод. Здесь я буду выводить Солану. Кликаю. У меня вот загорелся синенький кружочек, появился. И опускаемся в самый низ. Здесь email адрес. Кликаю вывод. У меня 2296 вот этих поинтов. Это 12758 Solana монет. Кликаю вывод. Все, монетки вывелись. Стоит галочка. Идем на Faucet Pay. Перезагружаю страничку. Микс Faucet. Вот 12758 вот этих Solana монет. Так, вот он. Далее. И Pay to Money. Также работаю, зарабатываю. Кликаю. У меня вот, вот это всего сколько, количество верхнее. А вот это баланс 66 у меня монеток. Кликаю Payment. Вывод. Здесь я буду выводить в лайткоинах. И мы видим, здесь тоже минималки как таковой нет. У меня 46 492, ну, 2 литоши. Лайткоин Сатош. Можно выводить на Pair, это 6 центов. Вот такая криптомонетка, Трон. Потом Биткоин, 141 Сатоха. И Dogecoin. Вот такое количество монет. Ну, я в лайткоинах. Вывод. И подтверждаю вывод. Тут как бы email адрес. Смотрим внимательно. Все, монетки мои вывелись. Идем на Faucet Pay. Перезагружаю страничку. И Pay to Money. 46 492 лайткоина. Ну, это все 6 числа. Вот такие, ребятки, буксы. И это не все буксы. Вот. Где я работаю. Я ежедневно просматриваю рекламку. Где рекламы мало, сижу на кранах. Ну и, естественно, как видите, я зарабатываю. Вот интересно, я одна такая помешанная на криптомонетах? Или еще есть? Выбирайте, какие вам нужны буксы. Работайте, зарабатывайте. Все платят. Вот по этим монеткам, вот этот BNB мне придет вывод. Я публикую, скриншот сделаю в этом самом, у себя ВКонтакте, в социальной сети, и у себя в Телеграм-группе. Это в ручном режиме. Ребятки, он платит. И вот этот Little, он также платит. Но вот нету сборщика сейчас. Как бы, да? Вот если перезагрузить. Вот.
Но он платит, я ежедневно, я вчера сколько 6 рекламок просмотрела, дает он где-то раз в день, но, естественно, я на кранах сижу. Тоже суперский. И убрали они эту минималку, наконец-таки, слава богу, потому что здесь была огромная минималка, что админ все мудрил. Вот. И я выложу скрин. Вот здесь я вывожу обычно с утра пораньше лучше выводить. Вот. Вот так, потому что все собирают, минималки нет, как видим, минимум 0 токенов. Собрал и вывел. Вот. Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!